Все? Это, кстати, искусственный водопад, его включают. И вот когда хотят, тогда и включают. Вот тут вот вытекают трубки там специальные. И вроде как течет вода. Это все искусственное. Вот такой. Ну, то есть плыве. Ничего себе. А там теплоход, гляньте, навстречу. Вот, блин, сумасшедший. Куда ж ты плывешь? Ну, это вообще. О, ты его обматюкала, и до свидания. Конечно, как жаба плывет. Здравствуйте, пожалуйста. А вы участвовали в мастер-шефе? Да, участвовали. Можно к вам девочка? Можно, конечно. Вот так. А то она нам уже всего как прожужжала, вас увидела. Сейчас никто тебе не поверит. Видишь, а так видишь, все поверят. Есть, да? Да. Есть, да. Спасибо. Да, не спасибо. Не за что. До свидания. Все, вылез из воды. Там вон парень проплыл вот так полностью. Только что, ага, вылез тут. Не, он не прыгал, он вот там вот разделся, и вот тут вот спустился и пошел. Так, это Женя. Привет из Харькова. Да, ты в Днепропетровске вообще-то, бессовестно. Не, ну я же в гостях. А. Харьков приехал в Днепропетровску. А, вообще, вообще она живет в Киеве, да, приехала в Днепропетровск. О, господи, это вообще. Мы с мужем приехали в гости, так что мы вот гуляем. Сегодня выходной, да. Так что мы погода выбрались. Шепчет. Что шепчет? Я понял. Шепчет. Посмотри, какие облака там. Красота. Долго у нас нема селфи-палки, как у Ярика. Блин. Мы сейчас с тобой бежали вот так за палку. Красиво, да, тут? Очень. Замечательный город. Замечательная компания. Кстати, вот Женя, может быть, свой канал откроет и будет вести. Когда она это сделает, да, я скажу об этом. Так что... Будем делиться, да, опытом. Да, ну мужик переплыл через речку, это вообще, да? Тут немного, конечно, но он им стоит. Женя не работает, она сидит дома с дитиной. Дитине 6 месяцев. Да. Ребенок просто... Улыбака. Улыбака. Назвали его Улыбака. Мальчик вообще ту-ту-ту. Да. Веселый, спокойный. Да. Дает родителям путешествовать по Украине. Да, спокойно с ребенком ездит, ребенок вообще. Да, он в первые 25 дней жизни проехал 180 километров. Ничего себе. Ну, с Черкасски. За рулем? Нет, в кресле. Кресле. А за 6 месяцев, наверное, уже около 5000 километров. А у нас ребенок путешествует. Вот так. Можно, если вот так вот сделать, посмотреть на папу. А вот и папа с ребенком. Яшенька. Да. Это наше золото. Улыбака. Яшенька. Леха. Такое на красавец. Чудо. Це вам не кот, да. Я так пацан, да. Певец. Просто певец. На. Будет у самого брать оперы, уроки. Да?
А тут смотровая площадка, сейчас красиво подойдем. Да, да, да. О, тут еще один экземпляр. Не хочет. Ой, все. Правильно. Вот сейчас скажи, хочу лежу, хочу, что хочу. Правильно. Ой, как-то мы, по-моему, в горочку идем. Да. Красота. Ну что это вот этот вот язык? Высолопавший. А Лехе, по-моему, не сильно. Это красиво, у нас называется как-то оно. То ли как оно? Что-то такое, да. Красиво, мне нравится вот тут. А там дальше летний театр, можно пойти там послушать песни, поют. Люди делают селфи. О, а вот проспект, да? Без палки, да. Это проспект, да? Ну да, это набережная Ленина, по-моему. Мне она понравилась, это тоже. Да, конечно, палки нема. Но я без палки. Так сделаю. Можно на дерево залезть. Слушай, ты нам пока свой не надо. Сердцеед. В общем, Ярик тестирует твой подарок. Заряжаюсь твоей штучки, то, что ты мне подарил. Спасибо. У нас летний театр такой огромный. В сцене белорусский танец. Конечно, можно. Можно, вот она. Конечно, можно. Можно, я говорю, не верю глазам своим. А у нас-то девочка Оля еще есть, она тоже была в этой передаче. Все будет доброе. С куклами своими выступала. Так давайте, давайте фоткаться. Оля, быстро. Давайте, с этой стороны. Давайте. А ты застой, я не могу. Да все, клацай, все. Все, нажимайте. Боже! Внимание. Боже, дякую. Такая звезда прям дальше не могу, да? Спасибо вам большое. Спасибо. А вы тут работаете, да? Или? Творческие работы. Понятно, молодцы. Вот наши красавицы Днепропетровщины. Спасибо. Запорожье, да? А я из Запорожской области, Мелитополя. Так что земляки. Спасибо вам большое. Пока-пока. Вот я решил показать вам две башни вот такие. Это символ Днепропетровска. Тут дорогие очень квартиры и все такое. В общем, мне тут не жить.
Но мне не нравятся вот эти башни. Именно издалека. Что это такое? Больно, когда рожала было? Не, ну, не знаю, не помню. Не помнишь, что под наркозом? Нет. А как не помню? Я родила ребенка за час. Так быстро? Да, это было вообще, мега мама... быстро, да. А вообще больно было, ты как вот, или все позитивно вот прошло? Ты знаешь, у меня настолько все позитивно, настолько, я просто себя сразу же настраивала на то, что роды будут очень быстрыми и так успешными, и так вот получилось. Ты умничка. Да, поэтому мы очень быстро это все сделали. 5,650. Нет, 5,565. Я сейчас придумаю. 50-30. Ну так, молодец. 9 декабря. Ну не хочет, чтобы... Ночью. Да. Я даже не знаю. Мы с Женей до места чебуреки. Посадили в ресторане, ели Джузеппе ресторан. Теперь надо догнаться чебуреками. Поэтому решили, да, по простой еде пойти. Тут где-то мужики шаурму делают, он самый веселый. Самый веселый, интересный, у него... Должно быть много клиентов. Но она вонючая. Я не люблю. Идешь и воняет шаурмой по улице. Вот этот мужик, вот он. Вот этот мужик, вот самый лучший шаурма, у нее самая вкусная. Да. Да. Здорово. Так что все сюда. Обязательно. Давай, ты еще... А мы для места чебуреки. А скажи, я проснулся, да, Леха? Это Можно автограф. Да, можно сфотографироваться. Распишись на моем паспорте. А Леха, кстати, фотографировался, да? Изнутри. Леха сфотографировался. Я подготовил сюрприз. Самого. У него есть фотография самого около коляски. А ты все равно мне строишь глазки. Не, ну ты же девочка вообще, знаешь? Вот я говорю. Да, на пахе он явно не равнодушен. А что ты знай колбасой? Что ты? Жезл, что вообще? А это, как это, дирижер. Дирижер. Чтобы все вместе начинали. Так, ну что, может яйцо попробуем раздавить? Давай. Жи, да. Ты держи, сейчас я туда зайду. Только ты не давай. Свой глаз вот так вот. Я думала, что это... Берешь тут яйцо, обычное яйцо, вот сюда. Жопкой, да. Или вот сюда, ты смотри, ты же споришь. И вот сюда. Я не спорю. Этим. Ну, ты говоришь. Вот так. Не, не надо. Ну, тихо, смотри. Не надо. Ну, я так делала в бару. Не надо вообще. Ну, ты уверен, что ты сможешь раздавить? Нет, я не уверен, но я буду третий. Я уже, ты первый. Ты второй будешь? Кто следующий? Выходи туда. Бери яйцо. Вложи колбасу. Бросай колбасу. Пойдем на улицу. Да давай тут. Вот, тут. Нет. Только не на над столом. Вот у нас Олег, 31 год, львов'янин, здоровий хлопець. Вот так от, візьми руки, сцепи їх. Да, видиш? Це один. Це один. Це один. Подожди. Це один, нещасна куриця несла яйцо, старалась. От тепер зажми пальці, или як тобі удобно, ну, щоб тебе було удобно. І роздави це. А воно на мене піде. Ну так роздави. Ні. Помилишся, тебе давай, роздавися. Ти пробуй, він робив цього. Ні. Звісно, взагалі ужасно, я нормальну силу приклав. Та я вижу, ти покраснела. Вот так. Слабо. Курочка несла яйцо. Это реально невозможно. Вообще просто ужас. Оно давать в руку тебе, блин. Ты смотри, тебя снимают, ты будешь в ютубе. Вот так, глаза горят, а яйцо не дав. Раздави. Кошмар, слушай, ты герой. Слушай, ничего. Давай застирую тебя. Твою мать. Ты первый, кто... Гляньте на этого человека. Он первый, кто раздавил куриное яйце. Слушай, ты... Нет, ты герой, на самом деле. Я не знаю, кто это может повторить, но это нереально просто. Раз сёмого, блин. Ничего себе. Стой, аккуратно, не наступи. Ну ты видел, что оно не давилось? Давайте, сейчас мы тебя застираем. Не, я подотру. Снимать штаны. Карапуз такой, да? Нагулялся за сегодня. Да, еще бы ты что. Лёшка.
В общем, всем привет, пришел домой. Сегодня гости приезжали, в общем, гулял. Томас был один дома, соскучився так. Ой, ти красавчик. Ти красавчик. Скажи, шлявся, подлец, здесь не було дома, я один. Я дверь открываю, он аж выскочил, прям аж в подъезд выскочил, прям на ручки бросился. Два дня подряд уже кровь из носа идет с этой стороны. Ни с того, ни с сего не могу остановить. Прям идет кровь, то ли давление, то ли что. И голова ничего не крутится, кровь как начинает идти.